face in your face. Всем привет! Это новый влог. Я после поездки в Питер вообще ничего не снимал, только сейчас. Прошло уже почти месяц, наверное. Ну да, почти месяц прошел уже. Трэш. Так время быстро летит. Надеюсь, вам очень понравились два влога с Питера. Если вы еще не смотрели, обязательно смотрите. Там очень интересно, очень продуктивно. Мы классно погуляли, ходили везде, ушли, кайфовали, отдыхали. В общем, нам очень понравилась эта поездка. Два дня, конечно, было маловато. Не скажу, что прям совсем не хватило, но хотелось еще. Но я думаю, что это был наш не последний раз. Вот. Я решил сегодня снять влог, потому что, ну, как-то уже время, да? Пора. Плюс через два дня у меня прилетает сестра, чему я очень рад. И у нас будет большой трип по Москве. Ну, то есть мы будем гулять, соответственно, да, побольше. И все такое, проводить классное время. Прилетает сестра, мы купили матрас. Сегодня его привезли. Потому что у нас негде больше спать. Да, у нас спальное место только вот наше. А еще я заказал кучу всего с AliExpress. Ну, не прям кучу, но, в принципе, нормально так. Потому что уже давно не обновлял свои колечки. Еще он заказал себе подвески, солнцезащитные очки. У меня же мало, да, их. Вот. И нужно забрать свою посылочку. Вообще, я любитель, да, как бы всяких вот этих украшений, но у меня как-то давно не обновлялось ничего. Я покупал еще года 3, наверное, назад, последний раз. И все тоже вот типа с Алика, потому что я не вижу смысла покупать кольца за, там, за 10-15 тысяч, когда оно будет одно. Мне нужно, чтобы было 10. Вот. А так как купить 10 за 15 тысяч я пока себе не могу позволить пока что. Мы покупаем так, тем более, в принципе, им реально у меня большинство, точнее, у меня все украшения с Алика, типа нержавейка, и им типа по 3-5 лет, они выглядят охеренно просто. У меня есть только одно кольцо с августа, которое мне подарили, то есть я его люблю, я его ношу прям, но типа я просто не могу надеть кольца и ходить в них год. Я меняю либо их как-то расположение, либо просто меняю по-разному кольца, в зависимости от своего настроения, в зависимости от луков, и вообще, типа, не могу, мне надоедает. И поэтому я искал еще себе подвески какие-нибудь интересные, и понял, что в какой-то момент, что я смотрю, типа, всякие, ну, типа, не особо дорогие, типа, где там по полторы, по две, по три тысячи всякие подвески, и понял, что на AliExpress то же самое, ребят, то же самое. И типа за 200 рублей. В итоге понял, что это полная шляпа. И я закажу проще с Алика. Но я просто не особо люблю ждать, поэтому мне нужно сразу. А с Алика, сами понимаете, нужно ждать. Но тут я заказал, и за 2 недели мне уже все пришло. Поэтому сегодня еще пойдем на почту, заберем. Забрал посылочки свои. Распаковка. Посылок. Оп. Такая вот подвесочка с таким чубриком. Прикольно. Ну, еще все шевелится. Да, трэш. Смотри, сколько. Такая вот цепочка. Я тоже хочу такую. Прикольно? Да. И ты можешь носить. Да. Разрешаю. Как вам? Идут мне очки? Да. Я как Гарри Поттер какой-то. Ну, есть такое. Но они немножко закругленные. Но они не круглые. Ну, да. На фотографии же такие же были. Угу. Да, тебе хорошо. Хотя бы выглядит прилично. Ты как мои. Как видишь мне. Хорошо. Ну, я взял такие же на -2. -2. Как мне будет. Здесь, конечно, ну, понятно, 150 рублей как бы золото. Ожидать чего-то большего нет смысла. Небольшое. Ой. Мне вот сюда.
Ай, не снимается. Кольцо. Такое. Там десятка вообще. Ну, я не знаю, на какой палец его хотел. Ну, вот на этот хорошо, и на вот этот хорошо. Ну, лучше пусть на два будет, да, хорошо? Нет, ну, мне просто у тебя не нравится. Вот такая штучка. Не знаю, что тут написано. Ну, она, да, покороче, конечно. Вот такая вот. Прикольно. Угу. По камням пошли. У них там какие-то упакованные такие. Не знаю, я подумал, ну, пофиг. У меня они вообще никуда не лазят. Здравствуйте. Вот такой вот. На мизинчик оп. Будешь носить. Допустим, два. Ну нет, слушай, тебе на мизинце клево. Два, вот так надеть. Ну я на других пальцах у тебя и не вижу, если честно. Это большое будет на мизинце. Не, оно не круглое. Оно вообще кривое. Все, минус одно. Сэма! Так оно уже с другой стороны выехало. Нет, не здесь, не вот так вот. О, оно такое легкое. Прям невесомая. А-ля Chrome Hearts. Ну как а-ля? Я, в принципе, под их украшение и выбрал. Максимально идентичное. Ну как? По-моему, супер. Мне нравится. Клево, да? Лицо лава. Это прикольно. Хотя мне на фотографии вообще не нравилось. Ну, она прям максимально дешманская. Ой, она мне, знаете, как раз подходит. Этот занят палец. Че? Этот занят. Мы уже нашли туда кольцо. А, ну как появится, так сразу. Прикольно так-то выглядит. Да, оно клево смотрится. Издалека как будто оно там кожа моя, типа. Ой, они такие широкие. Надо будет подтягивать. У тебя уже были одни широкие. А, во, кольцо, еще одно. Стоп. Их два. Два. Не знаю, какие-то штуки. А я тоже не знаю. Там размеры написано 9-10. А я что, два доказывал? Вот такие вот. Похоже, 10. Как раз вот как моего мужика типа подходили. Ну, это немножечко мне такое. Мне нравится вот это учерненное. А мне нравится. Это другое вообще кольцо. Они разные. Оба десятки. Ну вот это у меня было, ну нет, не знаю, клевые же. Вот это нет, вот это мне нравится. Просто они в одном заказе, это очень странно. Такой немножко готик, готический такой стайл. Блин, ну класс, вообще бомба. От этих я больше радуюсь, конечно, чем вот эта шляпа. Наверное. А здесь типа такие немножко гуччи. Ну, по стилистике. Такие слезы. Да, тебе хорошо. Ну. Костюмчик какой-нибудь такой. Ну, прикольно. Подумаю, что я сам с собой разговариваю. А, ну тебя же слышно. Да. Внимание, чехол. Why me? Ну вот это будет более универсальный. Кто здесь самый стильный? Я. Потом ты уже. Ну вот такая вот распаковка. Ну мне такие очки нужны были. Давай нам бошку сделаем. Все. И вот так вот еще. Все, как теперь встать? Не могу встать. Я отсидел все ноги. Плюс, сегодня нам нужно еще сходить купить мне линзы, потому что мои уже закончились, которые я покупал в прошлый раз. Кстати, по поводу линз. Мое мнение. В целом, я доволен, мне нравится. Я понял, что вторая моя попытка носки линз прошла более успешно. Я хочу вновь купить, на постоянной основе их носить. Естественно, у меня есть какие-то вопросы, моменты, которые я не совсем понимаю, так должно быть, или мне как-то не так подобрали, поэтому я хочу сходить в другое место, чтобы мне еще раз проверили зрение, чтобы еще раз мне подобрали линзы и вообще понять, у кого, и задать вопросы, которые меня волнуют по поводу ношения линз. Первое время было тяжко их надевать.
То есть, как бы я имею опыт надевания линз, но это было очень давно, и как бы тут заново, плюс как бы, короче, привыкать нужно было. И, наверное, раза два мне было такое, что я просто, ну, типа, я просто не мог надеть линзу, я так психовал, что я их просто выкидывал, и все. Но, как бы, в целом, под конец уже неплохо получилось. И я уже даже настолько привык, потому что я, как бы, надеваю линзы, домой прихожу, надеваю очки, в которых, типа, там, ну, чтобы элементарно смотреть телек, у меня, типа, обычные очки, вон, Салика тоже, которые, сейчас мне еще одни, кстати, новые придут, потому что эти сломались уже. И... как бы в них хожу, и то есть момент того, когда я без очков или без линз, стал настолько маленьким, что даже вот сейчас без линз и без очков смотрю в окно, и все так размазано, и это как-то уже непривычно. Вот. Извините. И почему я не покупаю очки, типа, нормальные? Я понимаю, что эти тоже как бы портят зрение, но я не хожу на постоянке, то есть только дома могу там телек посмотреть. И не вижу смысла покупать за 20 тысяч очки, которые я не буду носить, и которые мне вообще, в принципе-то, не нужны, потому что я в линзах себя ощущаю лучше, чем в очках. Потому что я люблю солнцезащитные очки, и как бы носить обычные солнцезащитные мне как бы не нравится. А покупать... Я знаю, что есть типа очки, которые для зрения, и у них линзы солнцезащитные тоже, но это одни очки. А я не люблю одни очки. У меня очков штук 7, еще я заказал 3, то есть мне нужно много очков, потому что, ну... Я их также меняю по-разному, по настроению. Непостоянный человек. Не люблю ходить в одном и том же долгое время. Теперь показываю количество всего, что у нас есть. Это кольца. Вот у меня еще на руке. Я оставил эти. Тут Катины какие-то серьги. Тут вот подвески. И я себе оставил вот эти две. И одну Катю еще надела, которая пришла сегодня. И... очки. Вот такое вот царство. В этих я пойду. Вот у меня серые такие же. Одинаковые. И вообще хотим погулять, съездить в одно место, там какой-то китайский а-ля парк. Поэтому сходим, тоже погуляем. И как бы такие планы на сегодня, собственно говоря. Приятного вам просмотра. Обязательно смотрите влоги с Питером. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой Instagram, Telegram. Ну и все. Приятного просмотра. Пока. Короче, как вы поняли, мы внезапно зашли в галерею джинс. Одежду надо покупать в Glory Jeans. Подожди. И тут офигенные футболки. Как бы, да. Просто белые футболки. Эту я хочу взять для дома. Просто дома гонять. То у меня все уже просто... Стой. Вот это класс. Еще какие-то пчелки взял. Внимание. Что бывает с носками, если носить кожаные ботинки, когда у тебя потеют ноги. Это просто я надел чистые носки и дошел буквально там 30 минут. Вот все. Ну, это было ожидаемо, поэтому я ничего не говорю. Еще взял такие тапочки, тоже дома ходить. Цвет прикольный. Качество, конечно, такое себе, но для дома пойдет. О, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Шопимся, короче. Ну, неплохо. Ну, не знаю. Мне не особо нравится, честно. Вот это summer, вот это вот все. Summer. Вот это вообще, вот это по-английски лето. I am sorry, I don't speak English. Very good. Не знаю, как-то слишком детско. А вот футболки классные. Все, это все новости. Линзы мы так и не купили. Потому что их нужно делать на заказ. Потому что у меня там что-то с глазами, короче. Не знаю, посмотрим, сделаем или нет. Но явно в цацках уже, естественно. Такая вот красота. Очень нравится. Еще фоточки успели сделать, видео заснять. Продуктивность.
ресторан пришли. Да, с панорамным видом кушаем. Пришли за линзами, в итоге случился внезапный шопинг, ушли без линз. Все, идем домой. Ребят, доброе утро. Это новый день. На самом деле я уже проснулся часа два назад. Ну, это не важно. Я завтракал, посмотрел YouTube, валялся. Сегодня приезжает моя сестра. Поэтому у меня план дня прибраться дома. Чтобы все было супер, чистенько, классненько, прекрасненько. Надо включить музон. Я уже много чего прибрал в квартире. Осталось помыть полы и прибраться на кухне. Так-то быстро получается. Вот. Сейчас музыкальная минутка. Короче, ребят, я собрался, решил поехать в очках. Не знаю, как-то непривычно, потому что я не хожу в жизни в них. Ну, подумал, что солнцезащитные я не буду уже надевать, потому что там солнца практически нет. Ну и я поеду пока на метро, потом Аэроэкспресс, типа, смысл я на улице даже не буду находиться. И, кстати, я поехал в аэропорт встречать. Вот, надел свои цацки, это пока мои любимые из всех, которые пришли, пока буду носить их. И я вот думаю насчет обуви. У меня два варианта. Пойти в кедах или в бэнсах. Но не могу выбрать. Почему-то в кедах у меня такая огромная лыжа, просто гигантская, а в этих нет. Короче. Вот думаю. Все. Уже пора выходить, поэтому сейчас буду решать быстренько и выбегать. Короче, показываю итоговый лук. Решил пойти в кроссовках. Взял сумку еще. Все. Выходим. Приятно в аэропорту. Хочется улететь куда-нибудь. Приятнее, конечно, когда ты улетаешь. Ну да. Ну, так тоже неплохо. Чисто на экскурсию приехать. В гости к нам. Это тоже хорошо. Да. Где? Надо, надо грустную музыку наложить. Чем мы давно не виделись. Веселую надо. Глаза потеряла. Не накрасила. В самолете забрали.
капец, я больше не полечу никуда. Посмотри. Я вижу, так это вообще вот так вот. Почему это не что, полетишь? Видеоблог? Потому что страшно. Страшно было? Страшно. Первый раз было страшно. Да. Очень было страшно. Первый раз. Почему мне никто не сказал, что он разгоняется не постепенно? А что у тебя? Ну да, потому что... Да. Какая-то маленькая сумка-то. Это ты на сколько? На один день взяла? Все, едем домой. Ручную плачу. Не проверяй. Ребят, всем привет! Это новый день, новый влог. Точнее, вот старый день, новый. Мы вышли. Время еще даже не 5 вечера. Идем в кофейню. В такую симпотную блогерскую. На улице офигенная погода, жарко, правда, но нормально. Вот, вышли, солнце. Такие вот дела. Да, мы все блогеры. Кстати, впереди девка тоже что-то снимает. Вот. Так что такие вот новости. Проснулись, поели, попили, идем опять за кофе. Я так посмотрю. Сходили наконец-то в полдень, который я давно собираюсь. Взяли кофе. Идем дальше гулять. А что, там нельзя пройти? Оп. Что они там снимают, интересно? Съемочки какого-то фильма идут. Не знаю, что за фильм, но съемки. Ну и дальше гуляем. Вот первое место экскурсии у нас Красная площадь, естественно, в ГУМе. Фоткаемся мы. Тут народу трэш. Суббота. Здравствуйте. Пришли. Сколько раз я был на этой Красной площади, не сосчитать. Люди, которые здесь всю жизнь живут, столько не бывают, сколько я был. Ну, кстати, сколько раз я здесь был, ни разу столько людей не видел здесь. Все, это вся информация. Красота. Так, теперь мы идем в ГУМ. Там. Это видеоблог. Ребят, короче, такая информация. Только что мы это выяснили. Ровно, ну практически ровно, там разница в неделю, наверное. Ровно 6 лет назад. Первый раз, вон там, кто-то тут против течения. Первый раз, блять, я был здесь, на этой улице, я шел. Сам не ехал, блять. Короче, говорю хуйню какую-то. Еще раз. Короче, ребят, такая информация очень важная. Только что мы это выяснили, что ровно, практически разница примерно в неделю, две. Ровно 6 лет назад, первый раз я побывал в Москве. Когда ехал с армией. Я очень сильно хотел в Москву и хотел вообще здесь жить всегда. Ну, короче. И тогда первый раз я здесь был, шел вот по этой самой улице, на Красную площадь, пешком, с огромной сумкой, просто с вокзала. Потом от Красной площади я шел до Сити. И потом оттуда пешком обратно на вокзал, как бы, да, понимаете, да? Масштаб. И тогда я думал, что... Ну, это шанс такой просто побывать, погулять в Москве. И другого у меня больше не будет, скорее всего. Как бы, да. Прошло 6 лет. Я здесь живу, это мой город, понятно? Все.
Я здесь самый главный, самая пиздатая, блядь. Я самая пиздатая, блядь. Понятно вам, блядь? Уёбы. И, короче, такая вот информация. А мы идем дальше гулять. Вот ныряет. Я сейчас туда окунулся, да? Просто. Какой жары. Брызгается. Блин, ребят, я нашел, кажется, место, которое искал. Короче, опять же, вернемся к тому моменту, когда я 6 лет назад здесь был. Я шел, там были такие красивые фонтаны, там лошади, там все дела. И я такой думаю, блин, где это место? А так как фонтаны включили только недавно, ну как недавно, может полмесяца назад, не знаю точно. Я не понимал, что это место, но кажется, мы его нашли. Я так долго не мог понять, где это. Даже нашел фотографию старую, может быть, покажу сейчас здесь где-нибудь. И, короче, мы сейчас просто шли, и вот это то место с этими фонтанами. Оказывается, я здесь ходил уже очень много раз, но просто фонтаны не работали, поэтому я так и не понял, что это место. Ну, короче, вот, сейчас покажу вам. Где-то там должен быть фонтан с лошадьми. Просто народу пиздец. Вот эти лошади. Три белых коня. Фонтан красивый. Как не видно. Зашли в Стар. Симпатично. Вкусно? Поставка. У меня лимонад льется. Прикольно. В принципе, мне и то понравилось. Да? Экскурсия матрешек по матрешкам. Охлаждаемся вот так такими образами.
да, мы опять едим. И пьем. Реально. Вот это арбузный коктейль, арбуза ноль. Принесли еду. Салфетка для рук. У меня паста с лососем, что-то там, короче, такая мелкая. Должно быть вкусный с сыром, прочитала. А у Юли паста черная с морепродуктами, не такая вот вкусная. Будем есть. Приятного нам аппетита. И вам, если вы тоже едите. Так, теперь нам принесли десерт. У меня милфей, молфей, как-то так, короче. А у Юли этот... Павло. Господи, там вкусно. Трэш. Ну все, Стас, едим. Так красиво. Ну так как будто мало. Вообще, что тут есть? Раз-два я обчелся. Малина. Трэш. Я обожаю малину. Она прям как с кустика в саду у бабушки. Вот я только такую малину я обожаю. С кустика у бабушки в саду. Все, больше не такую. Покупную тоже не особо как будто ем. Не знаю. Вот это вот с червячками, вот это вот. Самое вкусное. Потом едем домой и в магазин. Но мы уже нахватились просто трэш. Сколько раз за этот влог я сказал слово трэш? Посчитайте. Напишите в комментарии. По-моему, много. Хочешь попробовать? Десерты это мое любимое. Вот ты возьми белый, вот этот, ганаш с манго. Малину я съел, она, видимо, одна была. За 500 рублей одна малина. А, ну, мама чуть пишет. А, вот это, короче, вот так все полностью попробуй. Как взять мерингу? Ой, это красиво. Матрёшка, русский матрёшка. Я тут снимаю, это всё так. Матрёшка, русский матрёшка. Русский человек. I don't understand. Как это мысль? Где? Там, где-то. Ой, это хорошо, поели. Теперь поедем домой. Ну как домой? В магазин еще надо. И потом уже домой. А дома еще что-нибудь поедим. Ну пока доедем, опять есть закончится. Вот. А, ну я же уже попрощался. Ну еще раз прощаюсь. Еще раз повторюсь, чтобы вы подписывались на мой канал. Ставили лайки обязательно, писали комментарии вообще. И все. Пока. Второй раз.